Россия. Коллекция впечатлений. Фотовыставка. Обожаю фотовыставки. Улыбайся, нас фотографируют. Остров Медный. Командорские острова, Камчатский край. Какая красивая панорама. Нет, не панорама. Дрон-съемка. Гора Ахун, Краснодарский край. Ручей неведомый, Магаданская область. Река Средний Сакукан, Забайкальский край. Мистический Петербург. Да, красивая фотка. Вот, северное сияние. Это где? Мурманская область. Тут была у нас вспышка на солнце, обещали северное сияние. Я все жду, жду уже который год, жду в Питере, никак не снять. Наверное, надо выезжать в Ленинградскую область куда-то, чтобы что-либо увидеть. Так, тут что у нас? Вены. Среднее Мультинское озеро, Республика Алтай. Обалдеть, как красиво, правда, как Вены. Земля Франца Иосифа, Архангельская область. Восход луны в полнолуние. Республика Саха, Якутия. Какая огромная луна. Морской цветок, Курильские острова, Сахалинская область. Коллекция впечатлений. Дорога к морю. Остров Ольхон, Иркутская область. Мгновение перед грозой. Поселок Александровская, Санкт-Петербург. Да, знакомая ситуация. Видение. Санкт-Петербург. Да, что-то в этом есть. На лугу пасутся медведи. Полуостров Камчатская, Камчатка, Камчатский край. О, какие косули или кто это? Молодой сайгак. После купания. Заповедник Черной земли, Республика Калмыкия. Камчатские берега. Полуостров Камчатка, Камчатский край. Все очень красиво. Хребет Карамурунтау, Оренбургская область. Воу, какие изгибы алтайские. Река Чуя, Республика Алтай. Ну вот, пожалуй, все. Хорошая выставка. Смотри, какая красивая.